bulunduğumuz St. Petersburg'da gerek şahsıma gerekse tüm heyetimize gösterilen ilgi alakaya çok çok teşekkür ediyorum. В первую очередь я хотел бы поблагодарить от себя лично, от имени всех сопровождающих меня лиц, господина президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то гостеприимство, которое нам было оказано в Санкт-Петербурге. Bu vesileyle Kazan'daki uçak kazasında ölen 50 Rus vatandaşı değerli dostlarımıza ben rahmet diliyorum. И кроме того, в этой связи я хотел бы выразить соболезнования российской стороне в связи с гибелью 50 человек в ходе авиакатастрофы, которая произошла на днях в Казани. Соболезную моим дорогим друзьям. Ve tüm Rus halkının başı sağ olsun diyorum. И я соболезную всему российскому народу. Bu arada Türkiye-Rusya ilişkilerinde her alanda büyük gelişmeler kaydediyoruz. В российско-турецких отношениях наблюдается активизация по всем направлениям. Şu anda bildiğiniz gibi dördüncü üst düzey işbirliği konseyi için bir arada bulunuyoruz. Как вы знаете, сейчас мы собрались на четвертое уже заседание Совета сотрудничества высшего уровня. Bu çerçevede ikili ilişkilerimizin tüm alanlarda bir yıl öncesine göre çok daha güçlenerek devam ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz. И мы можем заключить, что по сравнению с предыдущим годом, за это время наши отношения смогли продвинуться весьма значительно. Geleceğe yönelik daha bunun üzerine neler ilave edebiliriz? Daha etkin hale nasıl gelebiliriz? Bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Мы получили возможность, чтобы оценить, каким образом мы можем этот процесс сделать еще более эффективным, эти отношения развить еще активнее. Bildiğiniz gibi 2012 itibariyle 35 milyar dolara yaklaştık. Как вы знаете, товарооборот наш в 2012 году достиг 35 миллиардов долларов. Bu yılın ilk 9 ayı itibariyle dış ticaret hacminde biraz düşüş söz konusu. А за первые 9 месяцев этого года наблюдается небольшое снижение двустороннего товарооборота. Fakat tabii her iki ülkede siyasi irade hedef olarak 2020'de 100 milyar dolarlık bir hedefi belirlemiş bulunuyoruz. Однако в обеих странах имеется политическая воля к тому, чтобы довести уровень двустороннего товарооборота к 2020 году до 100 миллиардов долларов. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bu farklı alanlarda atacağımız adımlarla 100 milyar doları yakalamakta önümüzde engel göremiyorum. И как сказал господин президент, у нас нет никаких препятствий к тому, чтобы, развивая наше сотрудничество в разных областях, в разных сферах, довести двусторонний товарооборот до этой цифры 100 миллиардов долларов. Türk müteahhit firmalarının Rusya'da iftihar edeceğimiz birçok yatırımlara imza attığını biliyoruz. Мы знаем, что турецкие подрядные организации вкладывают, инвестируют в российскую экономику, и объемами их инвестиций мы можем гордиться. Şu ana kadar bu yatırımlar Sayın Başkan'ın da ifade ettiği şekliyle bugüne kadar 50 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Действительно, как отметил господин президент, на сегодняшний день сумма этих инвестиций составляет 50 миллиардов долларов. Bilhassa Soçi kış olimpiyatları kapsamındaki hazırlıklara ve St. Petersburg Havaalanı'nın şehrin görkemini daha iyi yansıtacak şekilde yenilenmesine dönük çalışmalara Türk şirketlerince sağlanan katkı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. В особенности я хотел бы отметить, нас особенно удовлетворил вклад турецких подрядных компаний в подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи и в реконструкцию аэропорта в Санкт-Петербурге, международного аэропорта, который еще больше украсил собой облик города. Tabii turizmde özellikle Rusya'dan değerli dostlarımızın ülkemizi ziyaretleri ve Türkiye'yi önemli bir destinasyon merkezi olarak görmeleri bizi mutlu etmektedir. И, конечно, нас делает счастливым то, что наши российские друзья с охотой охотно отдыхают в Турции и сделали ее своим привычным местом пребывания. Ve 2012 sonu itibariyle 4 milyon turist ülkemize gelmiş bulunuyor. По состоянию на конец 2013 года нашу страну посетило 4 миллиона российских туристов. Rusya'dan gelen konuklarımıza verilen hizmetleri daha da iyileştirmenin gayreti içindeyiz. И мы стараемся еще больше улучшить сервис, который мы оказываем российским гражданам, приезжающим в нашу страну. Karşılıklı bugüne kadar atmış olduğumuz kültürel adımları, etkinlikleri daha da artırmanın gayreti içinde olacağız.
И мы также будем всячески активизировать сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере между нашими странами. Анкара'да bir Rusya Federasyonu'na ait bir kültür merkezinin kurulması, aynı şekilde bizim Moskova'da bir Yunus Emre kültür merkezinin kurulması da gündemimizdir. На повестке дня открытие Российского центра науки и культуры в Анкаре, а также открытие центра культурного центра имени Юнуса Эмре в Москве. Tabii hepsinden öte enerji alanındaki ilişkilerimiz. Но, конечно, впереди всех этих сфер сотрудничество в сфере энергетики. Bu konuda ilk nükleer enerji santralimizi Rusya Federasyonu ile yapıyoruz. Именно с Российской Федерацией вместе мы строим нашу первую атомную электростанцию. Tabii 20 milyar dolarlık bir yatırım bu. И, конечно, речь идет об инвестиции в 20 миллиардов долларов. Bunun bütün teknik yönleriyle Sayın Başkan'la ve Bakan arkadaşlarımız kendi aralarında görüştüler. И наши уважаемые господа министры и руководители соответствующих организаций обсудили эти темы между собой в своих двусторонних встречах. Bunun yanında enerjide diğer alanlarda neler yapabiliriz? Bunları görüştük. Кроме того, мы обсудили то, что мы можем сделать в других сферах помимо энергетики. Bildiğiniz gibi enerji alanında bizim birinci derecede ortağımız Rusya. Как вы знаете, в сфере энергетики России наш партнер номер один. Finans sektöründe de son dönemlerde ülkemize Denizbank'ı satın almak suretiyle giren Rus Siberbank, Türk bankacılık sektöründe farklı bir yer edinmiş bulunuyor. И кроме того, я хотел бы особенно отметить российский Сбербанк, который занял особую нишу на турецком рынке покупкой активов турецкого Денизбанка. Ve finans sektörünün karşılıklı yapacağımız yatırımlardaki yeri çok büyük önem arz ediyor. И место именно финансовой сферы в наших двусторонних отношениях весьма это особенное, значимое место. Tabii bir diğer önemli adım da özellikle müşterek otomobil üretimi konusu. Автомобилестроение, совместное сотрудничество в этой сфере – это другой важный шаг в наших двусторонних отношениях. Ve bölgesel sorunları ele almak suretiyle bunları enine boyuna değerlendirdik. Кроме того, мы обсудили и вопросы взаимодействия в регионе. Öncelikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunu aramızda değerlendirdik. Прежде всего мы обсудили Азербайджан-Армянский конфликт. Suriye, Irak, Mısır, Libya, bütün bu bölgelerdeki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Ситуацию в Сирии, Ираке, на Ближнем Востоке, в Египте у нас была возможность детально обсудить их. Demokrasiye dayalı, özellikle halkın iradesini yansıtacak oluşumlara nasıl müşterek çalışmayla bir zemin hazırlayabiliriz? Bunları görüşme fırsatını bulduk. У нас была возможность обсудить, каким образом мы можем создать почву для демократических государственных образований в этом регионе с общими усилиями. Bildiğiniz gibi bugün Suriye'de 150 bine varan insan öldürülmüş vaziyette. Как вы знаете, в Сирии погибло на сегодняшний день 150 тысяч человек с начала конфликта. Tabii kimyasal silahlarla öldürülen 1500-1600 kişinin araştırıldığı, incelendiği bir dünyada konvansiyonel silahlarla öldürülen yüz binlerce insanın araştırılmaması manidardır. И, конечно, в нашем мире, где исследуются убийства 5,5-6 тысяч человек при помощи химического оружия, игнорирование, уничтожение сотен тысяч людей с помощью химического оружия, это прискорбно. Ve temennimiz kalıcı barışın dünyada tesisi için biz siyasiler olarak üzerimize düşenin yapılmasıdır. Мы же как политики стараемся сделать все возможное, все, что в наших силах для того, чтобы в мире установился прочный